Ничего страшного, сейчас допрыгну. Хоп. Так. Оп. Оп. Е. И вот так. Так, теперь на эту плиту. Ну блин, ну как так? Я мог упасть. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Артик, и сегодня мы с вами поиграем в паркур-карту. Да, сегодня мы пройдем с вами паркур. Погнали! Итак, вот у нас тут такой паркурчик. Мы его должны пройти. Так, я тут не допрыгнул. Ничего страшного, сейчас допрыгну. Хоп. Так, опять не допрыгнул. Хоп, хоп. Так, shift. И здесь как-то надо допрыгнуть или двойной прыжок сделать, или еще что-то. Оп, оп. Е. Вот здесь сложноватый прыжок. Или допрыгнуть до туда, или сюда. Хоп. Е, допрыгнул. Оп, оп. Е. Так, теперь на эту плиту. Окей. Ну блин, ну как так? Я мог упасть. Так, ладно. Тут у нас должен был разгон. Оп, оп, оп. Да, господи боже. Сейчас, оп. Ай, ладно. Нужно поставить гейммод 2. Все. Гейммод 2 поставлен. Теперь мы можем, не можем ничего рушить. Будем придерживаться правилам. Вот так, вот так. Боже мой, я же это проходил. Вот. Так, тихо. Тихо. Я должен это место пройти. Хоп. Е. Так, отсюда. Оп. Да как тут можно допрыгнуть? Но я допрыгивал. Вот так. Вот. О, боже, вот это еще место бесит. Хоп, хоп. Есть. Хоп. Боже мой, как же мне хочется эти стекла сломать. Хоп, это же всего лишь первый уровень. Опа. То... Боже мой. Оп. Так. Хоп. Так. Хоп. Да. Может быть, здесь бы можно было сделать так. А, хоп, хоп, хоп. Е. И надо было дальше прыгать. Хоп. Да. Короче, нужно делать тактику. Не знаю какую, но нужно. Хоп, да боже мой. Хоп, хоп, так. Хоп, так. Хоп, так. Хоп, так. Последний, хоп. И самый-самый последний. Так, окей. Прошел. Стадия вторая. Погнали. Так, так. Так, я свалился. Ну почему нельзя... А, ну, я понял. Ага, тут у нас сложноватенький прыжок. Хоп, не очень такой сложный, но все же. Так. И вот так. Потом вот так. Ох, я не допрыгнул. Так, оп, оп, оп. Хочу его быстро пройти. Хоп, 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 хоп. А, сейчас я буду мучиться. Хоп. Так, не нажал ускорение. Хоп. Фу, боже мой, как же до сюда допрыгнуть? Так, я там вижу плиту нажимную и... Что это в воздухе висит вот там? И хоп. Е. Что? А, сюда. Хоп. Ой, хорошо. А, здесь, надеюсь, ничего прыгивать не надо? Ну да. Придется прыгать вот сюда. Окей, если я сейчас свалюсь, то я проверю. Хоп. Ясно. О, тут какая-то пасхалочка, тут голова. Ну, я в гейммод 2, ну ладно, не буду ее трогать. Так, возвращаемся. Хоп. Так, прыж. Так, господи, не прыгнул. Хоп. Хоп. И хоп. Боже мой. Этот паркур сводит меня с ума. Хоп. Хоп. Е. И теперь сюда. Так. Потом вот сюда. Так. Потом вот сюда. Блин, 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 блин. Рано, рано. Есть. Так, фух. Самый опасный прыжок это здесь. Самый-самый опаснейший прыжок. Так. И... Ну как? Ну, боже мой, ну как? Вот так. То...
Опять я здесь не могу допрыгнуть. Так... Я не знаю, как этот паркур проходить. Да, я же в сантиметрах там был. О боже, боже, боже. Осталось только два этих блока. И все. Больше ничего. Фух. Вот так. Я прошел наконец-то. Да. Раз, два, три, четыре. А, что я мучаюсь? Шесть стадий. Шесть. А это что у нас? Финал. Он пока закрыт, но окей. Пройдем другие. Оу. Все зеленое. Вот это сейчас будет прыжок. И здесь. Здесь уже другая голова. Так, мне нужно изменить гейммод 0. Может быть так я пройду этот уровень. Надо собирать головы, чтобы проходить этот уровень. Стоп. Может на каждом уровне надо собрать голову. Хоп. Да. Хоп. Опа. Да. Как я мог свалиться? Как? Стоп. Голову надо снять и сходить взять другую голову. Хоп. Хоп. Тут Стив у нас. Опять надо изменять. Гейммод 0. А почему не нажимается тут пробел? Тут что? Что-то стоит, какая-то команда, что нельзя нажать пробел? Все очень ясно. Берем голову. О. Так. И все. Мы должны теперь летать. Мы сова. Все, я сова. И все, я буду летать. Все. Так. Я его тупо перепрыгиваю. Опа. Ясно. Ох, почти пау. Ну давай же пау. Так. Хоп. Ну, я не знаю, что я сейчас творю. Я почти... Если хотите, то может быть карту... О, я оставлю в описании! Ля-ля-ля-ля! Spawn point! Все. Интересно. Я упал? Так, окей. Кто хочет ее пройти? Не эффекты сняли. Ну ладно. Без эффектов намного проще. Конечно же, намного проще без эффектов пройти. Так, уже ночь настает, надо... Ну, корона такая нормальная. Да. Ну, я еще подумаю насчет короны. Так, мы должны проходить. Килл. Хоп. Может, тут где-то есть? Нет. Жаль. Так, спавн поинт. Так. И хоп. Не получилось сделать прыжок. Ничего страшного. Сейчас получится. Я же сказал. Вот здесь мы ставим spawn point. Вот так. И вот здесь прыжок такой. Я просто в ужасе. Да. Фух. Да, я даже голову... нет, я взял голову. Да что ж такое. Вот. Предпоследние уровни у нас. О, какой красивый уровень. Но как же я его не люблю. Тут еще. Нифига себе, это надо на скорость. Стоп. Что-то тут подлагало. Так, ничего страшного. Сейчас я не могу забраться. Так, погнали. Хоп. И spawn point здесь же ставлю. Хоп. Я так и знал, что нужно поставить spawn point, чтобы spawn point. Потому что я знал, что я не допрыгну. Хоп. Но это было изи, так сказать. Вот. А вот последнее, мне кажется, будет не очень-то изичным. О, что я все ломаю? У меня же должен быть гейммод 2. Сейчас я найду. Вот. Хоп. Так, потом... Оп. Так, ладно. Раз. Два. Это будет сложно немножко. Но нормально. Хоп. А тут реально вообще допрыгнуть или нет?
Ну, думаю, да. Сколько раз? Ну, реально, короче, я не вижу блоков, у меня не подсвечивается, потому что я в Game Mode 2. Хоп, хоп, хоп. Ем. И здесь мы можем поставить спаунпоинт. Ем. Так. Ох, какой далекий прыжок. Так, куда я побежал уже? Уже бегу проходить сначала. Забыл про спаунпоинт. Хоп, есть. Хоп, есть. Спаунпоинт. Так. Хоп, хоп. Я не допрыгнул. А, ну заодно заберу голову. А, тут Keep Inventory стоит, походу. Ясно. Ай, ладно. Придется из Game Mode 2 выходить, в Game Mode 0, забирать опять же эту голову. Так, одеть ее надо. Таймсет поставить. Так. Дей. Нам нужно время. А, ну оно и так день. Ясно, все. Килл. Возвращаемся на наш спавн-поинт. И... Оп. Опять же я не допрыгнул. Ничего страшного, сейчас допрыгну. Я немножко переборщил назад. Фух. И... Оп. Так, 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 так. Оп. Ого. Ну тут прыжок, конечно же, немножко такой вот... Нормальный. И финальная стадия. Опа! Финальная стадия. О боже мой. Мне кажется, я это не пройду уже. Я это не пройду. Почти полчасовая серия. Мне кажется, здесь нужно ставить спавнпоинт. Спавнпоинт! Да господи, не могу его выговорить нормально! Ясно, понятно всем. Хоп. Но здесь прыжок, конечно же, большой. Ну, как большой? Предостаточно большой, но... Так, мне жилки не сняли почему-то. Ясно. О, боже мой, боже мой, боже мой. Хоп. Да я уже даже так прошел. Фух, ясно. Е. Спавнпоинт ставлю сразу здесь. На каждом блоке нужен спавнпоинт. Все, потому что без спавнпоинта я не пройду. Все, я не пройду, просто не пройду. Короче, я не могу. Не могу, не могу, не могу. Я уже сколько прошел и не могу здесь никак пройти. Фух, забираем последнюю голову. Что у нас там? Три Стива. Так, The Great Group. Это которые сделали ее группу. Так, взлетаем наверх. Забираемся сюда. Вау, это там, где я проходил все. Спасибо за то, что поиграли. Ой, да не, что. Ну что же, так, я в творческом, ничего страшного, я скипнул этот уровень последний, я его, наверное, минут 15 точно проходил. Ну что же, если вам понравилось видео, жмите лайк, подписывайтесь на мой канал, и Дроппер, наверное, выйдет скоро, да, вторая часть Дроппера. Всем пока, пока.